Она такое кисленькое получилось. Кориандром отдает, но вкусно. Очень красиво. Такой фруктовый лед. Ой-ой-ой-ой. Кто у нас огурец ест? Ты почему Сёма красные губы? Мне не понравилось. Зачем такое сложное блюдо замутила? И это того не стоит, я считаю. Всем доброе утречко. Доброе-доброе. Сегодня последний холодный день. И с завтрашнего дня мы будем опять ездить на речку. Это самое лучшее времяпрепровождение для нас, вот в летнее время. Вот, а сегодня с утра я уже кучу всего готовлю. Но не собиралась, если честно, вообще не планировала. Итак, сегодня мама проснулась голодная. Вот, заварила себе чай и подумала, а что к чаю, ничего-то и нет? Ничего-то и нет, остался лаваш без начинки. А вот это я сделала арахисовую пасту сегодня не просто, а с изюмом перебила. Она не перебилась прям в пасту, может из-за изюма, но ничего, так тоже будет вкусно. Она такое кисленькое получилось. Очень вкусно, очень. Интересный такой вкус. Это раз, то, что я приготовила. Два. Это Вова попросила сделать смузи с кунжута, как обычно, да, я делаю по утрам. Но добавила какао и изюм. Не знаю, что получилось. Будем пробовать. Вернее, он будет пробовать. Вот. И сегодня я попробовала новый паштет с черной чечевицей. Ну, с темной, зеленой. Отварила, лук пожарила. Тут еще специи кое-какие. Буду пробовать. В принципе, что пробовать? Я попробую сейчас. Так. Очень вкусно. Но Вове не понравится, потому что здесь есть кориандр. Очень вкусно и простой рецепт объедения. Просто. Ну, вот. Вот такие вот приготовление. Пойду посмотрю, куда Вова делся. Что, спать обложили? Все, снова спалилось. Вот это да. Спать обложили. Тёмочку. Представляете, Артур до сих пор спит. 6 часов вечером как лег. Вот, до сих пор спит. А уже 8 часов. 14 часов подряд спит Артур. Вот это сон. Это сон. Ну, так он же и потом выдает целый день, не умолкая. Он же у нас днем не спит вообще, ни грамма. Днем не спит. Так он целый день весь такой на подъеме, на игры. Так это нормально. Это нормальный, бодрый, игривый ребенок. Вот, ну что, пробуй свою бурду. Кто? Вон я тебе смолола. Попробуй, вкусно вообще будет. Какую? Та очень вкусно, мне понравилось. Я хочу с кружечки. Давай. Аринка только что мороженое слопала. Выглядит, ну, такое густое. Смотрите, как раз на кружку почти. Зачем какао плюхнул? Ты ж не любишь какао особо. Ну что? Какао здесь лишнее. Горькоту дает? Ну, я шаварю. Не, оно вкусно. Попробуй. Так. Ну, какао лишнее однозначно. Изюм, кстати, очень кислинку такую дал. Да. Вкусно. Но вообще интересно. Нет, какао нормальное, я тебе скажу. Ну, это ты любишь его, я-то нет. Но зачем добавил? Непонятно. Не знаю, почему захотелось. Попробуй паштет мой. Потом запьешь, если что, эту гадость. Мне понравилось. Кориандром отдает, но вкусно. Ну как? Ну, вкусно. Сразу ассоциация с фалафелем. Вкусно, он нежный такой. Не, вкусно. Вкусненько, да. Очень даже. Кориандр здесь такой ненавязчивый. Его можно меньше немножко даже добавить. Вот, в общем, паштет зашел на ура. Вкуснятина. Да. Кисленький. Ну, вот так вот. А я сейчас как раз Сёма уснул. Я сейчас попью чайку, то, что кушать хочется. И кое-кто у нас уйдет на работу. Уже скоро. Через полчасика буду собирать. А, покажу сейчас мороженое, что вчера. Ну как, фруктовый лед Арина сделала. Смотрите, у нас все здесь в кошачьем корме. Вова делал. Вчера ты делал? Позавчера сделал? Вчера. Все на месяц. Все в кошачьем корме. Это все у нас тут влезло? Да. Вот. Сейчас представляете? 35 дней. Больше места занимает еда для котов, чем нам в морозиловке. Ну. Я думал, что нам нужно отдельный морозильник для кошачьей, да, еды. Вот, немножко тут овощей, ягод, вот Арина у нас, и бананы заморожены, все, у нас тут ничего особо и нету. Вот, смотрите, сделала она.
Очень красиво. Такой фруктовый лед. Очень вкусно, конечно, получился. Там с клубникой перебивала. С клубнику мы вообще любим. Она такой вкус дает. Классный. Ну вот так. Всем приятного аппетита. А мы уже завтракаем. Пускай вертолет. Вчера целый вечер Тёма так развлекала. Вова, запусти вертолет. Покажи, как он на столе классно ездит. Садись со мной и сиди, смотри. Или запускать. Вот так вот. Ну как тебе, Артурчик? Главное, что с ним ничего не происходит. Он не ломается. Я к тебе заехал. Ой-ой-ой-ой. А чего так близко сел? Ну, чего так близко сел? В общем, у нас все еще утро, и его все еще дома. Ты когда на работу уже пойдешь? Да? Классно? Вот так вот мы придумали. Что мы смотрим, непонятно. Ну, что вы смотрите? Игры какие-то, да? С музыкой. А мы тут кушаем огурчик. Да, мы маленькие. Боже, зеркало глизное. Глизное зеркало взять. Да. И тут тоже уже заляпано. Вот это да. Ну, что это такое? Тёма, кто у нас огурец ест? Кто огурец ест, надо шкурку съесть с мамой. Срочно. Это мы желаем всем приятного аппетита, потому что у нас обед будет. Тёмочка начал с огурчика. У Тёмочки, так как уже вылез третий зубик сверху, теперь может нормально так откусывать, деловой такой. Надо следить за ним, да? Ну, естественно, я всегда слежу, но все равно. Да, Тёма? Помощничек у нас сидит. Сейчас такой помощник уже не заберешь. Вот этот малыш уже не помогает, все. А вот этому малышу за радость. Да, Тёмка? Сейчас у нас будет немножко уборочка. Пыль соберем с пола, чтобы чище было. И все, а то как-то уже не очень. Ну что, мороженка поедаем, да? Артур, ты будешь еще? Ты чего? И тоже хочешь? Не, руки не даем. Что? Это что такое? Вытирай давай, у него руки крас. Тихо, тихо, все. Все, мы молчим. Что ты делаешь, Арина? Надо вытереть, будет липкое. Надо губкой вытереть. Липкая, Арина, будет. Смотри, все красное. Ты уже альпаку успела выбрать. Ну что, Артурчик, будешь еще мороженку? Фруктовый лед. Но подкармливаем тут всех. Ты же ел. Тёма, ты почему Тёма красные губы? Да не давай, хватит. Все, попробовал, и ладно. Артурчик, ты тоже подлизывал. В общем, смотри. Вот так вот. Все, подходил, показывал, что язык мерзнет. Не хочет он больше. Артурчик, вкусный кабачок сырой. Не понравилось. Не понравилось? Нет. На грызанище. Он сам подошел, грызанул. Все, он плюет себе. Не понравилось. Не, невкусно. Правильно. Кабачки сырые надо готовить. Вова принес целый пакет кабачков, опять угостили. Мы еще те не съели. Еще никак не можем доесть. Но все равно здорово. Тёмочка, ты что делаешь с этой собакой? Ты что с этой собакой делаешь? Нос кусал ей. Как твое блюдо поживает, Арина? Арина у нас вызвалась приготовить что-то вкусное. Не говорит, что. Я тебе вообще-то сказала. Не говорит, что. Мама! Ладно, она сказала, что. Что-то обманывается. Блин, морковку зря ты так набыла. А, ты же не умеешь на тёрку. Да? Она долго готовится. Ну ладно, еще помидорки, картошечка потом будет. Пока жарится, кстати, картошки можешь почистить. Я да, тебе не надоело?
Зачем такое сложное блюдо замутила? В два этапа, ну. Я вообще... Мне кажется, в пять этапов. Ну, будет стоять тут два часа, съедим за пять минут. Ну, зачем так издеваться над собой? Ну, скажите, ну. Да, так вкусно будет. Да, вкусно, ну, я надеюсь. Надеюсь. Ладно, готов, я ж видео там делаю. Что-то паленым попахивает. Нет, там ничего не горит. Артур. Ну, не дай Коста прореет. Котики разбежались. Пришли дети, котики разбежались. Вот так вот. Что получилось у Арины? Овощи жареные. Она, смотрите, что она придумала. Вот эти овощи она придумала вырезать, почистила картошку, дырочки туда, там пыталась вырезать, типа начинку туда всунуть и все это опять пожарить. В общем, не хватило у нее терпения, желания и навыков. В итоге она просто пожарила картошку, мы уже съели вот так вот. Ну как, вкусненько тебе? Жареная картошечка с овощами отдельно. Тут жареная, внутри и быстрее. Вареная. И быстрее, правда, чем... Короче, не смогла ты вырезать дырки в картошке. Это тяжело. В общем, вот и еще выводы какие. Не заморачивайтесь, да, на приготовление еды. Это того не стоит, я считаю.